У жителей села Кокпекты Бухажировского района сгорели бытовая и оргтехника. Жители обвиняют в ущербе Карганды-Жарык. Монополист не считает себя виновным и отказывается нести материальную ответственность. Односельчане намерены судиться с услугодателем. Подробнее в материале Аймторы Абдиной. Село Кокпекте, ранее Свердлово, появилось на карте области в середине прошлого века. Тогда в каждый дом были проведены электричество, а во дворы – водопроводные колонки. В этом году Караганды-Жарык начал частичную замену линии электропередач. Однако это событие вызвало разочарование у потребителей. Произошло очень большой перепад напряжения в сети. По нашей улице Средней было, во многих домах погорела аппаратура. С жалобой о сгоревшей бытовой аппаратуре жители обратились к монополисту. Жарык обещал разобраться. Приехала комиссия в составе нашей были электрики и был просто юрист их. Вот, электрики, что самое интересное, 26 числа, после того, как мы сюда приехали уже в совхоз оттуда Жарыка, то есть когда мы уже сообщили, что вот такое произошло, это самое здесь авария, они подъехали к столбу, совершенно другому столбу, который вообще отношения не имеет, что якобы на этот трехфазный столб, якобы на этом трехфазном столбе произошло замыкание именно от ветра. В Караганды-Жарык утверждают, что их вины в порче личного имущества потребителей нет. Представители ДО Караганды-Жарык выезжали в поселок Кокпекты, обследовали причину возникновения неисправности, и было обнаружено, что авария произошла не в сетях, принадлежащих ДО Караганды-Жарык. В данном случае уже силами предприятия был произведен демонтаж неисправной линии электропередач, принадлежащих не того Караганды-Жарык. И на сегодняшний момент в поселке нормальное электроснабжение. Однако сельчан не устраивает ответ монополиста, и они намерены требовать в суде возмещения ущерба. Аймтора Абдина, Рустам Бараев, Артем Ковалев, 5 канал.